новий сигнал. Начинається гра сьогоднішнього дня. Медійщики проти Артіву. Состави команди. Медійщики. Футболки сіні. Вратар Кирилл Шапа. Третій номер. Єгор Мінчинський. П'ятий номер. Аркадій Данилюк. Сьомий номер. Максим Дворник. Десятий. Назар Подурєв. Одиннадцатый – Дмитрий Кривенко, 12-й – Андрей Коваленко, 13-й – Максим Кожин. Команда «Арфилд», футболки желтые. Первый номер – Дмитрий Кулик. Второй – Максим Головатов. Пятый – Артем Корош. Седьмой – Богдан Мельник. Восьмой – Александр Сезин. Девятый – Игорь Манченко. Десятый, можешь как-то выиграть? Одиннадцатый, Владислав Слободян. Пятнадцатый, Сергей Карапанов. Четырнадцатый, Антон Антонов. Вход нету, это то, что от камеры идет, вот вход. На четвертой минуте Антон Антоненко выводит свою команду вперед. 1-0 Арфилд. Come on.
На шестой минуте Андрей Коваленко. Коваленко сравнивает счет. 1-1. Отложенный фол, Медиси. Первый фол. На 12-й минуте Андрей Коваленко выводит свою команду вперед. 2-1, Медищик. Еще есть.
На 13-й минуте Дмитрий Семенко забивает мяч. 3-0 Никитич. Извиняюсь, 3-1. Второй фол медийщики. Делать. На 16 минуте Сергей Парафанов возвращает счет. 3-2 медийщики. Тайм-аут медийщики. На 36-й минуте Богдан Мельник сравнивает счет 3-3. У меня отключили у нас телефон.
Да опять механик. За серый сел, понял? Ну все. Конкретный вопрос задать сейчас. Первого апреля отключили телефон с другого. Нормально нашей компании, да. Я по-другому не могу звонить. Но только тебе. Ага. Две. А ты кто-то знаешь. Там вратарю. Ребята, вратарю давалась медицинская помощь. Что вы включили? На 17-й минуте серии пара-пара выводит свою команду вперед. 4-3. Второй фол. Я с вами, Феники. Но... Ты знал? Да. Серьезно? Да. Хорошо. Сера, у меня же по фамилии положено. Кто может дома? По фамилии мне положено. Красавчик. Димон, тут 4 часа осталось. Не, ровно до 20-30. Мне нравится это было. Ну, как бы вот так. Ну, я понимаю, что он, конечно, железный, но как бы персонал не такой. Блин, у меня еще телефон звонит. Скажу так, у нас как бы камера. Как кто звонит? Алло. Тут у меня нету трансляции. Пропадал. И уже сейчас должен быть. А что ты делаешь, мне интересно? Последняя минута первого тайма. Значит, смотри, ты слушай просто и записывай. Я тебя в вайбере не буду так писать. Если ты сейчас не услышишь, то ты приедешь, и тебя просто уроют на поле. Вот смотри. Два шоколада. Один. Подошел. Так а может ты хочешь отъехать дом? Поужинать все хотят. Ну как бы с вами еще до 10 тут сидеть. Там, блин, три шоколада. Три шоколада сидели. Ты три говорил, да? Или меня послышалось? На 20-й Коски тебе надо играть. Лобода забивает 5-й мяч. 5-3 Артур. Закончилась первая половина. Не, я Галицкий не буду.
Ты тоже львовский шпион? Блядь, вы что, ебанул? А он чай есть? Серый! Один тебе львовский, 10 лодок, да? Не, не знаю. Я только что ел тут. Так, блядь. Дай я помню. Да, пошло. Пошло. Ты понял, да? Выйди!